не надо бояться, печалиться, лежать там, свет горит, дом стоит. Это не вариант вообще. Женский способ теперь. Тоже способ волевого усилия такой. Волевое усилие по-женски теперь. Она не должна, вот новый поворот. То есть женщина так не должна, не нужно, не подходит этот вариант. Что же делать, как женщине побеждать судьбу? Что выбираете? Печалиться дальше или добрые дела делать? Добрые дела. Все, вперед. Молодец. Женщина должна восстать, понимаете? Женщина соткана из любви. Когда любви не чувствует, она такая... Ее начинает гасить. Что она должна делать в это время? Должна дарить любовь сама другим. И тогда она побеждает судьбу. Она становится опять красивой, жизнерадостной, влиятельной. И когда у нее плохой период проходит, что она получает? Какую награду? Представляете, она прилагала усилия работать над собой, радоваться, когда было плохо. А теперь плохой период прошел. Что произошло дальше? То есть реактивный двигатель включился. И вообще круто стало жить. Еще лучше будет, чем было. Ну то есть плохие периоды нужны человеку для того, чтобы побеждать судьбу. Не для того, чтобы печалиться, сидеть, страдать. А для победы нужны. Видите, меня прет. Я пробежался 16 километров. Чувствуете, да, энергия моря вашего сейчас? Это энергия вашего моря сейчас от меня. Чувствуете? Хорошо так? Покачивает? Это ваше море так действует, я им наполнился. Ну и добрые люди тоже. Я бежал со мной там через каждые 2 минуты, здоровались. Это, как будто там мы бегаем всю жизнь вместе возле этого моря. Классно. Бабушки там две ходили такие, с палочками обе. За ручку держатся друг за друга и идут такие. Чик-чик-чик-чик. Улыбаются, на лекции не ходят, меня не знают. Я чувствую, кто меня знает, кто нет. Такая идет женщина такая, смотрит на меня. Бегу. Молодец. Молодец. Такая смотрит, улыбается. Вот молодец, и бежит. Вот. Она сама молодец, потому что она правильно мыслит, она мыслит категориями победы, хотя уже очень тяжело жить в таком возрасте. Итак, мы с вами говорим о депрессии. Депрессия может навалиться на целую страну. Значит ли это, что ты должен жить в депрессии вообще? Бывают целые страны поражают депрессию. Значит ли это, что ты должен жить в депрессии, и значит ли это, что у тебя в этой стране тоже все не будет получаться? Абсолютно нет. Наоборот, если вся страна попадает в депрессию, а ты в этой стране не попал в депрессию, то ты здесь вообще в шоколаде. Потому что если из кого-то выбирать, то только тебя. Понимаете, если все в депрессии, а ты не попал, да ты в шоколаде просто здесь будешь жить, в этой стране, которая попала в депрессию по какой-то причине. Есть время иногда на целые страны влиять, дорогие мои друзья. Но это не значит, что на одного человека, на конкретного. У вас есть выбор, как жить. Вы можете не поддаваться на общее настроение, на общую панику, на общее влияние. Когда человек начинает... ругаться или депрессировать, когда в стране тяжело, он проигрывает в обоих случаях. Ругается, значит, вступает в конфликт с временем, получит еще по башке добавок. А депрессирует, значит, он, так сказать, поддается под влияние времени. Тоже ничего хорошего. То есть он, значит, он просто себя теряет. Единственный выход – это прилагать больше усилий для того, чтобы быть счастливым. И усилия я вам уже все сказал.
Это аскезы, которые я перечислил, молитва, плюс добрые дела. Всех любить, всем улыбаться. Добрые дела не означает бежать там, стучать, слушай, я тебе хочу доброе дело сделать. Идите по дороге, настройтесь трудиться душой, когда вы идете на работу. Улыбайтесь всем. Иногда люди будут смотреть на тебя и думать, где ты, я его видел. Почему улыбается, может, знакомый какой-то? Некоторые сразу улыбаются тоже в ответ. Такие люди есть. Некоторые отворачиваются так, они не готовы как бы. Некоторые просто идут такие, пошел дальше. Все разные люди. Но все равно в сердце каждый человек, ему нравится улыбка. Каждому человеку нравится улыбка, или просто даже не может, не обязательно сильно улыбаться, а просто хотя бы намек на улыбку такой, деликатный такой, не обязательно человека травмировать улыбкой. Вот. Если он совсем там уже зашоренный. Вот. Ну, такой намек такой, что типа, ну все же нормально. Вот. Это очень важно, понимаете, это называется добрые дела. По-доброму относиться к людям. Все люди, собака бывает кусачей только от жизни собачьей, понимаете. Все люди хорошие, но вот жизнь, она заставляет это сделать тяжелым. Но если вы всем желаете счастья, всем улыбаетесь, ко всем хорошо относитесь, как Бог к вам будет относиться? Точно так же. Вот это и называется удача. Что такое удача? Бог к человеку так относится, что у него все получается в жизни. Почему? Потому что он любит людей. А если он недоволен людьми, значит будет неудача. И недовольство может быть разным. Вот допустим, ты недоволен старшими. Вот все правительство плохое. Правительство это что за люди? Кто такие? Правительство, кто такие люди? С точки зрения судьбы. Это кто такие? Это люди, которые делали добрые дела раньше. Бог им дал возможность управлять другими людьми. Что это за возможность? Это испытание. Кто-то проходит испытание, кто-то нет. Вот представьте, как бы у тебя все есть. Деньги есть, и власть есть. И тебе надо все это отдать людям, для того, чтобы быть счастливым. Отдашь? Не факт. А если не отдаешь, значит, ты получишь наказание за это. Понимаете? От людей, от судьбы, от всех. Вот старшие — это те, кто испытываемы, они испытуемы Богом. Вот и все, вот это вот эти люди. Допустим, первый халиф у мусульман ушел из жизни, им надо было выбрать второго. И они выбрали Амара, Фарук Амара. И он не согласился сначала. Они начали его уговаривать, просить. Вот, он такой вышел перед людьми, такой говорит, вы хотите на меня повесить власть и славу, чтобы я вам помог? Хорошо, у меня к вам вопрос. А вы готовы, что я вас буду всех испытывать? Ну, что вам будет тяжело от меня? Все говорят, да, мы хотим, чтобы ты нам делал тяжело, потому что ты хороший человек. Ладно. Я тоже готов от вас получить испытание. То есть он намекнул им, что он погибнет, ну, как бы смертью мученика, от тех людей, которые, о которых он заботится как бы, в этот момент. Он почувствовал свою такую судьбу. Вот это называется жизнь, мои дорогие друзья. Кого? Того, кто управляет людьми. Или он готов как бы отдать себя людям, или он просто получит такую судьбу, что пойдет в ад, и там будет непонятно сколько гнить. Потому что если он живет неправильно, грабит людей, не для себя, ну как бы не для людей живет, а для себя, тогда он сколько людей обкрадывает. Ну сколько обкрадывает, столько будет страдать. А так все, пожалуйста, как бы, вот тебе все. Как человек приходит в банк, такой духовный банк такой. Можно у вас взять деньги в кредит? Можно. Сколько вы хотите? Вот столько. Возьмите. Вот паспорт нужен? Нет. А как вы проследите, что я там вам отдам, не отдам?
Говорит, ну как вы проследите, проследим? Ну, совесть вас заставит отдать. Какая совесть? Ну как это произойдет, объясните мне. Ну вот, пред Богом представите, предстанете, и совестно вам будет, захотите отдать тогда. А когда я вообще пред Богом предстану? Ну вот, когда вы должны отдать кредит? Вот в такой-то день. Ну вот на следующий день и предстанете, если не отдадите. Вот. Ну, это такой духовный банк. В жизни как бы немножко все не так. Ну, то есть Бог сначала ждет от человека. Он ждет, когда человек... Почему человек становится руководителем? Почему человек получает власть? Только из-за добрых дел, которые он совершает в прошлой жизни. Больше нет причин, понимаете? Вот все, что у человека в виде, который является старшим. Человек просто так не может быть старшим. Старшим человек делает его благочестие. Вот, допустим, человек... своей речью добрые дела сделал в прошлой жизни, он получает хорошую речь. Если человек, допустим, сделал своим руководством добрые дела, у него появляется сила быть старшим, руководителем и так далее. Понимаете? То есть просто так человек ничего никогда не получит. Человек становится сильнее других только из-за своего благочестия. Благочестие означает сила, накопленная в результате добрых дел. Ну, человек, допустим, накопил эту силу и получил власть. Что дальше? А дальше он испытуемый просто. И да к чему вы завидуете? Чего вы злитесь-то? Кто из вас способен это испытание реально выдержать? Ну, кто способен взять вот и свои деньги на благо людей давать? Все скажут, ну я способен, Олег Геннадьевич. Не факт. Сразу появятся какие-то потребности. Вот деньги появились, это, ну, сначала дом надо построить, потом отдавать людям. А потом надо бизнес свой завести, а потом надо себе еще в банк положить, чтобы, мало ли что там, если что, чтобы было на тонкий кусок хлеба с толстым слоем черной икры. Потом дальше пожить. Так вы что думаете, они по-другому как-то мыслят? Они так и мыслят, так и живут. Но не все. Есть те люди, которые реально служат людям. Понимаете, поэтому не надо злиться на старших. Если человек злится на старших, что он получает? Нищету в жизни. Вот тебе не нравятся старшие, значит, тебе не будет возможности развиваться. У тебя не будет серьезного бизнеса там. То есть, как надо старших принимать? Если он не справляется со своей судьбой, это его проблемы. Надо его все равно уважать, потому что Бог его поставил старшим. Все. Принимаете такой способ отношений со старшими или нет? Принимаете, будете развиваться вверх. Не принимаете, не будете. Потому что Богу не нужны люди, которые разрушают миропорядок. В этом мире должны быть старшие, должны быть младшие. Должна быть голова, должны быть руки, должны быть ноги. Понимаете, этот мир по образу и подобию человеческого тела устроен. Голова всем управляет. Ну, представьте, как бы руки постоянно хотят отрезать голову. Нормальная ситуация? Ну, почему? Потому что она наглеет, голова наглеет. Но они отрезали ее, ну, без головы остались. Все, без головы можно жить? Нет. Страна не может жить без власти. Если ее отрезать постоянно, то тогда не будет никакой нормальной жизни. Понимаете? Поэтому надо принять то, что Бог дал. Вот примите то, что Бог дает, и тогда сразу пойдет жизнь. Но это касается каждого из вас прямо у вас на работе. Вот вы принимаете своего начальника, тогда будете развиваться вверх. И потом покажите, как правильно, потом покажите пример. Вот бескорыстно действуйте. Покажите пример просто сами. Вот Бог мне дает деньги, я все их направляю на духовное развитие. Все. То есть я вот так живу. Себе там, что мне нужно для жизни, взял, все остальное вот туда, на духовные цели. И люди поэтому слушают мои лекции. У меня нет этого осквернения. Я себе ничего не гребу. Нет осквернения, поэтому люди слушают, они чувствуют защиту. Но не все же так могут жить, правда? Некоторые, у них как бы у него... Может он...
не может он отказаться от этого. Быть старшим всегда испытание. Не судите, не судите строго. Знаете, кто судит строго? Кто сам такой же. Вот если вы не такой же, то не судите строго, потому что испытание пройти любому человеку очень трудно в своей жизни. Но я вам даже не об этом говорю. Я вам говорю о законах, понимаете? Эти законы удачи, они прописаны в древних священных писаниях. Законы такие: если ты человеку прощаешь, значит, человек тебе поможет в жизни. Вот, допустим, вы старшим прощаете их глупости, пойдете вверх, обретете власть. Если равным прощаете их глупости, значит, обретете возможность развиваться вшире. Означает, вот, допустим, человек хочет торговать, вот, допустим, продавец хочет продавать свой товар, элементарно. Вот он, допустим, продает хлеб в магазине или еще что-то. Как ему сделать так, чтобы хлеб продавался? Некоторые думают, надо технологии какие-то изучать, рекламы там, как-то, чтобы человек шел ему в хлеб, в морду. На тебе хлеб, мужик, давай, иначе тебе без хлеба не прожить. Вот так навязчиво очень, как бы, думают. И сейчас вот человек прямо, вот он в морду, если хлеб всунуть, он сейчас прямо его купит. Ну, примерно такое мышление. Как на самом деле это все работает, я изучал это серьезно. Вот смотрите, вот представьте, допустим, вы приходите в хлебный магазин, это все на подсознательном уровне происходит. И вас встречает добрый человек. Женщина вам улыбается, говорит: что вы хотите купить? Здравствуйте, там запомнила, как вас зовут, там вы представили. Вот, что вы хотите купить? Вы говорите: хочу вот такой-то хлеб. Она говорит: это не бери, это черствый, это вчерашний. Вот это вот попробуй, вот это хороший хлеб. Раз, точно так, хороший, супер. Потом в следующий раз опять вам она помогла. Она же ущерб себе делает, понимаете, ей же надо продать товар. Но вы туда будете ходить, потому что вы почувствовали там любовь. Вы пойдете именно в этот хлебный магазин в следующий раз, и опять потом туда. Так вот продается все на самом деле, понимаете? Если ты продажами занимаешься, люби просто людей. Не надо им ничего втулять. И люди тебя начнут любить. Это обратная реакция. Ну, то есть, видите, человек уважает старших, становится старшим. Человек любит людей, может, люди ему помогают продавать товар. Человек любит младших, если уважает. Что значит уважать младших? Это значит все приколы их прибабахи терпеть. Ну, кто такие младшие? Это те, кто косячит, те, кто не могут, как ты, жить. Вот ты, допустим, руководитель, у тебя младшие. Но обучай их, как правильно. Объясняй им. Воспитывай, наказывай по-доброму. И они все будут тянуться к тебе. Самые лучшие люди останутся с тобой, у тебя будет вот такой коллектив со временем. Но сначала тебе надо принять, что люди могут косячить. Надо согласиться с этим. Не обращать внимания на их прибабахи. По-доброму к этому относиться. Терпеть людей. Тогда у тебя будут младшие, и у тебя будет очень хорошая команда, ты сможешь там горы свернуть, когда у человека есть команда, он горы может свернуть. Но если он всех косит, ему все не нравятся, все плохие, ну, значит, тогда не будет у тебя помощников. Уважаешь старших, становишься старше. Уважаешь равных, развиваешься вширь. Уважаешь младших, получаешь команду. О чем я вам сейчас говорю? Об успехе. Почему успех возникает в сердце человека? Откуда у него желание уважать, любить людей? Откуда оно возникает? От самодостаточности. Самодостаточность – это не то, что денег хватает. Это не то, что жена есть и дети есть. Самодостаточность – это наполненность Богом. Богатый слово, значит, богатый. Наполненный Богом переводится. То есть самодостаточность в чем выражается? Человек может быть бодрым, жизнерадостным, сосредоточенным, работоспособным, иметь хорошее настроение. Все это идет от природы. Вот у меня сейчас хорошая работоспособность, хорошее настроение, бодрость. Все это идет от вашей природы. Я тут приехал, у вас всю природу забрал себе внутрь. Ее меньше не стало при этом. Если вы захотите, можете тоже все забрать.
Ну, то есть, понимаете, это успешность. Успешность означает, что человек бодрый, жизнерадостный, счастливый. Это от природы просто идет. Теперь, влиятельность, вот такое, влиятельность. Это от любви к людям. Ну, что такое влиятельность? Вот как, допустим, человеку в раз начать петь, и сразу, чтобы всем понравился его голос. Значит, тебе надо любить людей. Все, любишь людей, значит, будешь популярным певцом. Если ты парикмахер, любишь людей, станешь очень популярным, успешным парикмахером. Если ты преподаватель, любишь людей, будешь успешным преподавателем. Врач, любишь людей, будешь успешным врачом. Девушка, любишь людей, вот такого мужа тебе Бог даст. Но любить людей означает, надо тренироваться в этом, понимаете? Чтобы их полюбить, надо их узнать сначала. Поэтому надо что-то для них делать. Если ты делаешь что-то для людей, постепенно у тебя вот этот контакт с людьми усиливается, усиливается, и сама любовь к людям привлекает к тебе людей, потому что все ищут любви. Это признак благочестия, понимаете, человека, доброта. Смелость тоже, это сила, которая вдохновляет людей, смелость, искренность такая, смелость. Понимаете, то есть все успешные люди, они наполнены чем-то. Понимаете, наполнен. Можно быть наполнен природой, быть мягким, пушистым. Хорошо, можно работать или лекции читать, или быть модельером. Что стоишь такая. Главное быть мягким, пушистым. Все, я шучу, все нормально. Не обращайте внимания. Все, что бегать на природе, достаточно читать лекции. Это шутка. Итак, мы говорим сейчас с вами о возможности человеку давать что-то другим людям. Эта возможность, она приходит в результате того, что ты наполнен. Понимаете, это не то, что ты там вот промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем, чтобы наше небо было ясным. Вот. Не то, что ты жертвуешь собой, ты просто делишься, понимаете, ты даешь то, что ты можешь дать, потому что у тебя есть. Вот представьте, если человек не наполнен, он может дать? Он даже если захочет, не даст. Вот если у человека нет хорошего настроения, он не наполнен природой, значит, он ничего не даст, потому что дать можно только то, что ты имеешь. Правда ведь? Если ты любишь людей, вот меня спрашивают, откуда у вас сила, Легина, читать лекцию? Ну как вы думаете, откуда у меня сила читать лекцию? Вот откуда? Вот подумайте с трех раз. От вас, мои хорошие. Посмотрите на свои глаза. У вас теплые глаза, добрые. Вы на меня смотрите по-доброму. Сразу силы появляются читатели. Вот и все. От вас же силы все идут. Ну, то есть, другими словами, если вы хотите быть успешным в этом мире, если вы хотите, чтобы все получилось, наполняйтесь. Понимаете, опустошенного человека, пусть судьба человека опустошила, никому не нужен. Если я буду опустошенным, вы никто не придете на лекцию. Вот, допустим, я приехал первый день в Одессу, в Одессу, блин, ну все пропало. Все уже уходят с лекции, все. Вот я приехал и такой, ну как бы, на меня надавила судьба, и она вела меня в депрессию. Да, допустим, я в депрессию вошел. Моделирую состояние. Здравствуйте. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли на лекцию. Все, до свидания. Вы будете дальше сидеть, нет? 3 часа, представляете? 3 часа. Пам-пам-пабам. Пам-пабам-пабам-пабам. Невозможно. Вот сейчас кому стало тяжелее слушать лекцию, я просто это показал, поднимите руку. Я еще ничего не сделал, только смоделировал. А если я так буду на самом деле сидеть, что тогда? Жесткач. Ну, то есть, другими словами, нужно просто быть наполненным, понимаете, для того, чтобы
что-то давать людям. Не наполненный, значит, ты не ответственный человек. Вот некоторые говорят, я хочу помочь своей сестре там, или своей маме, своему папе, там, своему сыну. Ну, наполнись сама. Если ты хочешь помочь, то стань сильной, значит, внутри. Вот поэтому человек должен контактировать с людьми, с добрыми, любить всем, добрые дела делать. Идти на природу, молиться Богу, для того, чтобы быть наполненным. Вот зачем молитва Богу нужна? Она преодолевает непреодолимое. Вот, допустим, есть препятствие, вот невозможно ничего сделать вообще. Это значит, не хватает молитвы. Понимаете? То есть, вот, когда человек молится, как надо правильно молиться, потому что если ты молишься и думаешь об этом препятствии, тогда это нулевая молитва вообще, нулевой результат. А время молитвы надо думать, славить Бога, надо думать о Боге, прославлять Его, думать о Нем. Вот это для этого молитва нужна. Забыть про все, стараться. Не можешь сам забыть, слушай тех, кто молится, вместе с ними это делать. Потому что люди, если настроены на Бога, ты вместе с ними как по дорожке по этой пойдешь и настроишься. И тогда ты сможешь победить судьбу. Потому что когда ты забыл про себя, в этот момент Бог входит сразу в твое сердце и помогает. Когда он не может войти в твое сердце? Когда ты сам себе пытаешься помочь. Ты закрыл пространство, не даешь просто. Бог в любой момент готов, он на низком старте стоит, готов помочь. Он самый милостивый. Но мы не пускаем, потому что есть свобода выбора. Если я сам себе помогаю, значит, он не может зайти. Но если человек про себя забыл, Бога славит, в этот момент Господь начинает все в сердце менять. Так устроен этот мир. То есть ты ему даешь любовь, он тебе возвращает любовь. Ты даешь природе любовь, она тебе возвращает. Даешь людям любовь, они тебе возвращают. Человек должен жить в этом обмене постоянно. Чем сильнее обмен, тем больше удачливее жизнь. Замкнутая жизнь, человек в замкнутой среде живет, игры компьютерные. Означает, ты себя поделил людьми. Иди на улицу, улыбайся всем. Контактируй с людьми. Хочешь быть успешным, наполняйся, отдавай. Двигайся в отношениях с людьми, а потом это все сработает в твоей деятельности. Допустим, кем бы ты ни работал, все равно контакт с людьми означает, тебе нужно развитие. Ты должен быть востребованным человеком. Допустим, ты преподаешь, и кто-то должен хотеть у тебя получать уроки. Если ты лечишь, кто-то хочет, должен хотеть лечиться. И это хотение от твоей любви к людям будет распространяться от тебя, как сила, которая притягивает людей. Поэтому тренируйся в этом, не теряй времени. Но судьба злая, что делает? Обестачивает человека. Это значит, что нужно прилагать силы для восстановления. Это называется переключить тумблер. Вот, допустим, я лежу как бы утром. Всех. Сегодня отдыхаю. На букву «З» вздыхаю. То есть. Ну, если решили отдохнуть сегодня, значит, сдохнуть решили, а не отдохнуть. Почему вы не можете встать с утра? Потому что сам тумблер у человека в сердце никогда не включается на жизнь и на успех. Всегда выключается с этого состояния. Вечером хочется обожраться, утром поспать подольше. И так далее. Вот ничего хорошего никогда там внутри не захочется. Всем желать счастья. Я желаю счастья. Ничего ты не желаешь, ты просто спишь. Для того, чтобы желать всем счастья, надо включить себя. Чаще всего сам человек не может включить себя. Поэтому существует такой метод. На санскрите это называется удипана. Что такое удипана? Это способ включиться с помощью того, кто включен. Это называется вдохновение, метод вдохновения. Это колоссальная мудрость, которую надо знать. Если человек вдохновляется кем-то, он побеждает свою судьбу. В этом метод. Найдите источник вдохновения. Не живите без вдохновения. И не слушайте новости, которые вас гасят. Включите телевизор, выключайте, он забирает у вас вдохновение. Если вы вдохновились этим, тоже начали ходить. Все, не ждите хорошей жизни. До свидания, успех. Ваша жизнь отравлена, все, капец. Ищите источник вдохновения. И тогда все меняется, тогда все становится лучше.
Не обращайте внимания на то, как другие люди, если видите, идет человек. Куда он идет? Помирать идет. Вам же жить надо, чего вы на него смотрите? Пусть помирает, если ему нравится. Каждый человек свое выбирает в жизни. Итак, мы говорим с вами о чувстве собственного достоинства, да? И мы говорим о том, что судьба вдавливает чувство собственного достоинства назад, означает чувство, что ничего не получается, ничего не получится, все плохо, все тяжело. Что это значит? Только одно, тебе не хватает сил, все, больше ничего не значит. Все твои выводы, которые ты делаешь под влиянием судьбы, которые тоже являются правдой, если ты будешь как бы это все слушать, они ложные. Почему ложные? Потому что это все просто выводы того бессилия, в котором ты находишься сейчас. Ну так это бессилие, это означает просто обесточенность. Вот представьте, допустим, у меня как бы судьба вырвала шнур из компьютера, батарейка садится. Я начинаю думать, так, компьютер выключится. Там то не смогу, это не смогу, это все, все, жизнь пропала. Да включи компьютер просто. А, можно, да? Можно, включил. Все. Смешной пример, правда? Все знают, что надо включать компьютер. Но почему тогда вы не знаете, что надо включать свою жизнь? Надо ее именно включать, это сила воли, понимаете, это усилие. Вот не хочется утром идти на улицу, а надо, потому что надо включать жизнь. Не хотите улыбаться людям, хотите к хмурым идти, а надо включать жизнь. Не хотите молиться, а надо, потому что надо включать жизнь. Если вы ее не включаете, она будет выключаться, значит. Потом не удивляйтесь, почему ничего не получается. Депрессия, что это означает? Это чувство такое, что что-то у меня, наверное, ничего не получается. Вот это такое чувство. Поднимите руку, у кого такое чувство сейчас. Не бойтесь, я вас не съем. Меня накормили вот так вот. Надо просто наполниться, слышите меня? Наполниться надо, и все. И сразу депрессия, до свидания. Депрессия означает просто истощение, и все. Вот вы у меня героическая, сейчас мандаринку вам, чтобы наполняться. Конечно, кому же еще? О, отлично. Наполняется. Нужно благословение, еще милость человеку нужно, когда ему тяжело. Какая-то помощь, поддержка нужна. Дальше. Вы поняли, да? Судьба надавила, чувствуешь препятствие, веришь, что ничего не получится. Это называется депрессия. Причина – нехватка сил просто. Иди на улицу прогуляйся. Вопреки ожиданиям, ты прогулялся, тебе легче стало. Казалось, ничего не поможет, легче уже стало. Просто прогулялся. Просто попостился на воде, легче. Есть три как бы источники депрессии. Три источника депрессии. Первый – бессилие. Второй – запутанность психическая. И третий – нетерпение, нетерпеливость. Нетерпеливость приводит к гневливости, к обидчивости, к раздражительности. Понятно? Это просто нетерпеливость. Запомнили? Бессилие приводит ко всем видам лени, апатии, депрессии, там, безволие, снижение трудоспособности, астения, все эти виды астении означают снижение волевого синдрома. Навалилась как бы судьба, и все, человек, оп, воли нет, воля пропала. Или пропало терпение, означает раздражительность, гневливость, беспокойство, суета. Вот у вас девушка, вот вы со мной говорили, да, улыбается, это и есть, вот это надавила судьба, раз, и пропало терпение. Это просто, вот судьба навалила, пропало терпение. И еще наваливает судьба, а на третий способ навалить судьбу, это туман в башке. Не знает, что делать, вообще, что делать. Поднимите руку, кто не знает, что делать. Не знает прям. Это навалила судьба. Вот теперь слушайте меня, три способа, с этими тремя способами избавиться от них. Все просто. Безволие побеждается длительным движением. Волевой фактор у человека формируется в результате движения.
Запомнили, пошел двигаться, сразу рано можешь вставать, бросить вредную привычку, можешь избавиться от игромании, можешь избавиться от всего, что связано с безволием. Все просто, просто как 5 копеек. Понятно, да? Теперь терпения не хватает. Неподвижное положение тела. Вот дерево стоит, и ты стой. Не двигаешься просто. И у тебя будет формироваться эта сила терпеть. Представляете, допустим, вы не терпите своего мужа. Встали, не двигаетесь. Но там какой-то промежуток времени надо. Допустим, ваша невозможность терпеть мужа находится там на 40 минутах, на 35, на 50. Вот стоите и ждите, когда вы будете его терпеть. Я вам серьезно говорю. В какой-то момент раз, терплю, у вас 35 минут, девушка. 35 минут стоите неподвижно, и вы его терпите. Он перестает быть козлом. Хороший человек становится. И вы понимаете, что судьба просто сделала так, что вы не можете терпеть. Все, муж ни при чем. Представляете, как все просто оказывается. Ну, то есть просто вопрос времени. Вот и в тот момент, когда ты побеждаешь судьбу, тебе плохо становится, тяжело стоять. Стой дальше. Или чувствуешь, не можешь, хорошо. Следующий день больше, чуть больше, чуть больше. Потом раз, можешь уже. Все. То есть не обязательно храпом брать. Ну, то есть есть же там психофизические каналы, они разрушаются. Вернее, перенапрягаются, когда человек навалится судьба. И у человека нетерпеливость, она вот идет по всей психике, по всему телу. Ты стоишь, просто молишься, не двигаешься. Или есть разные положения тела, поза алмаза. Они все там, если технически разбираться, они все дают разные виды способности терпеть. Есть разные виды терпения. Вот, например, поза бабочки, так, ноги вместе складываешь, колени врозь. Что это за положение тела? Оно дает такую гармонию со всеми. Вот потому что рубаха парень такой. Все. Я вам не скажу про всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и Фереса обожают Костю Моряка. Почему? Потому что он рубаха парень. Он такой, опа. Понимаете? Почему он рубаха-парень? Потому что он всех принимает, у него хватает терпения, психики. Не беспокоится, не обращает внимания на проблемы. Все любят такого человека.